Действительно, мы сейчас пережили самую настоящую революцию. Это случилось буквально 20 лет назад. До этого момента, когда мы исследовали мозг, мы, по сути дела, могли его видеть как в руках, когда мы его уже вынули из черепной коробки, могли видеть его на нейрохирургической операции, тыкая в него электродами, могли снимать какую-то информацию с поверхности головы, но все это очень убогие, честно говоря, данные. И сейчас, вот там буквально 20-25 лет назад, произошла самая настоящая революция с помощью новых методов исследования, в частности функциональной магнитно-резонансной томографии, мы получили возможность видеть живой работающий мозг. И, честно говоря, только это приблизило нас, наконец, к пониманию того, что такое мышление или естественный интеллект. Потому что все мы находимся в странном убеждении, что мы знаем, что это такое.